Сегодня помолвка у них. К вечеру все в лагере налакаются. Надо бы к ним заскочить, поздравить жениха и невесту. Что ты скажешь? Или кинжал заржавел? Каждый хозяин своей судьбы и доли своей кузнец. Скоро встанут рабы, терпению придет конец. Господ, пойдем все спалим огнем, вся земля будет нам, да нам, эх, нам, да нам, да нам, да нам, да нам, да да нам, да нам, да нам, эх, нам, да нам, да нам, да нам, да нам, да да нам, да нам, да нам. Каждый хозяин своей судьбы и доли своей кузнец. Скоро встанут рабы, терпению придет конец. Вся земля кругом занялась огнем, все наше достанется. Братья, Таллин уже близко, а в Таллине ждет нас подмога. Иво Шенкенберг собрал вокруг себя вольных людей из эстонцев, но служит пока рыцарям. Надо этот отряд вместе с Иво переманить на нашу сторону. Это очень трудно. Я знаю Иво. Тогда бери с собой одного человека и немедленно отправляйтесь в Таллин. А помолвка? Это уж моя забота. Хорошо. Горим огнем отныне, не будет рабов, не будет рабов, не будет рабов, не будет теперь ни господ, ни рабов, не будет рабов, не будет рабов, не будет теперь ни господ, ни рабов.